Ваш пример, он заслуживает большого уважения, и мы даем себе отчет, что данное направление вида спорта надо развивать, потому что люди с ограниченными возможностями, они тоже должны иметь возможность быть представлены и показать себя. Тот дух, который присутствовал на Паралимпийских играх, он заслуживает уважения, большого уважения. И, конечно же, вы наша гордость.